Опа-па! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня, знаете, что будем делать? Вы никогда не узнаете. Ну ладно, вы прочитали название, потому что все знаете. Короче, пацаны, прямо сегодня мы вместе с вами будем смотреть самую первую версию Stand of 2. Ой, ля, что произошло? Ребят, короче, чтобы понимали, прямо сегодня покажу, каким же наш с вами любимый Stand of 2 был 2 или 3 или 4, или когда вышел с вами первый версия Stand of 2 года назад. Я покажу удаленные карты, новые режимы, которых сейчас даже нету, которые были раньше. Куча всего прикольного, потом, ребят, присаживайтесь поудобней, расчехляйте ваши пузы и приятного просмотра. Ну и я думаю, это будет хэштег неуважения, если я мне разыграю данные замечательные перчаточки. Чтобы их получить, мне надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео без перемоток от начала до конца и написать как можно больше комментариев. Я все это буду проверять. Всем удачи! Ну что, ребята, и вот у нас самая первая версия стендофа. Как мы видим, тут еще были динозавры, зеленая трава и ха-ха, пошутил! Ну чё, ребята, приятного всем просмотра, погнали смотреть. Короче, ребята, это самая первая версия Stand of 2, чтобы понимали, Origin коллекция, и тут она, видите, в новинку, типа, представляем новую коллекцию, все дела. А сейчас ее уже нету, ее даже удалили, эту новую коллекцию. Ассистенс, медали, они до сих пор у многих есть, и те люди, у которых есть эти медали, они считаются олдфагами. Ребят, ставьте лайк, если вы знаете, кто такие олдфаги. Просто смотрим дальше, потому что это что-то с чем-то. Ну а прямо сейчас мы, ребята, перейдем в инвентарь. Просто посмотрите, насколько же это все стрёмно, страшно выглядит. Посмотрите на все эти шрифты, если на голду, серебро. Ёлки-палки зеленые, как же это страшно. Так, ну что, ребят, смотрим дальше. Origin Box. То есть, чтобы понимали, раньше при заходе в игру вам дарили Origin Box. Ну, ясен пень, что тогда с Origin Box падало 1G, то и сейчас с Origin Box падает 1G. Также, ребят, как мы видим, мы купили один Origin кейсик. И давайте посмотрим, что же выпадет из всего этого добра. Блин, пацаны, честно говоря, когда я все это вижу, мне аж плакать хочется. Потому что, ребята, просто представьте, как же все это давно было. Просто посмотрите, вот вы сейчас смотрите эту графику, вы думаете, что вы, наверное, попали в 2005 год. Чтобы понимали, раньше даже не было нормальных никаких анимаций. Просто посмотрите всю эту анимацию осмотра, анимацию прокрута, ребят. Ну, чтобы понимали, это было 1991 год, поэтому, ребят, до нашей эры. Ой, ля, это что ж так... Ну что, дети, вы готовы? Я не слышу. Вы готовы? Мы готовы. Ну что, сейчас, короче, Origin Box откроем. И надеюсь, выбьем аркан. Ребят, ну я скажу так, что раньше Stand of 2 скамил, то и сейчас скамил. Но, ребят, вы там особо не рассчитывали. Все, погнали. 3, 2, 1, открываем. Ой-ой-ой-ой, что же нам выпадает-то, ребят? Ну вы просто посмотрите, да? Что раньше скамил Stand of 2, что сейчас? М4 Тайгер. Блин, это М4 Тайгер до сих пор есть на рынке, если не ошибаюсь. Он стоит 0.03 голды. Это самый дешевый скин вообще, который есть на планете Земля. Кланов раньше тоже не было. Вы там, ребят, губу сели не раскатывать. А кланы были тоже в разработке. Но куда? Ну куда? Кланы, блин, добавили только в 0.14.0. То есть спустя еще миллиард лет. Ну что, прямо сейчас мы рядом покажем один из немногих режимов под названием Short Dust 2 командный бой. Ну, карта называется Short Dust 2 командный бой. Кстати, эту карту удалили за нарушение дарских прав. Потом пришли Valve и сказали, Stand of 2 писал в ухо, что это за плагиат? И взяли тупо с локтя и вырубили. Ну и, короче, Stand of 2 пришлось удалить эту карту. Ну, ребят, раньше была такая карта, это часть истории, поэтому давайте смотреть. Чтобы понимали, Stand of 2 же, ну, не сразу стал конфеткой, хотя и сейчас не конфетка, но там вообще был, ребят, ну, даже язык не поворачивается, его как назвать. Но зато посмотрите, какой раньше был прикольный выбор команды. Он мне даже нравится больше, чем сейчас. Да, ребята, это карта Short Dust 2. Просто посмотрите на этот прицел. Просто знаете, что там самое страшное? Что прицел раньше нельзя было регулировать. Просто представьте, да, мне ж плохо становится. Да, ребята, это Stand of 2 в 2017 году. Просто посмотрите, это карта Short Dust 2. Кто играл в CSGO? Ну, то есть, никто. Ну, вы поняли, откуда эта карта, да? Это, короче, плагиат чисто Dust 2. Блин, ребят, ну как же все-таки это красиво, да? Ну слушай, мне нравится, мне нравится. Я бы сказал, бы так балдежно сделано. И сейчас я бы с большим, при большим удовольствием поиграл бы в эту карту в режиме союзники. Потому что, ребята, просто представьте, эта карта идеальна для того, чтобы играть в нее 2 на 2. Так, ну что же, меняем команду. Сейчас, ребята, пробуем поиграть с командой спецназа. И самое интересное, что раньше, что за команда спецназа, что за команду Тиро, можно было покупать и М-ку, и АКР, все что угодно можно было покупать. Блин, пацаны, просто взгляните на все это, взгляните на эту графику. Да, ребят, аж плакать хочется, на этот нож, нож. Ой, блин, ребят, мне аж плохо становится, когда понимаю, что раньше не было нормальных ножей. Где все эти керамиты голды, где вся эта NMLS коллекция. Раньше, понимали, вы могли покупать и 5-7, и все что угодно могли покупать за 200 сторон. Умираю, пацаны. Ютуба шутка. Ребят, я вам скажу только одно, у этой карты была какая-то своя атмосфера, был какой-то свой дух, и она мне реально нравилась. Кстати, да, посмотрите, авик изменили, я как-то не обращал внимания, но смотрите, раньше авик был как сейчас М110.
Слушай, очень даже прикольно. Посмотри, какая отдача после авика. Ты стреляешь после авика, и такое ощущение, что у тебя болезнь какая-то, что у тебя руки так трясутся. Вы это видите? Просто посмотрите, какая отдача конская, да, ребят? Я скажу так, раньше нузлом, конечно, вы не подстреляли бы ни по кому. Честно говоря, карта очень красивая. Блин, очень обидно то, что ее убрали. Ну, плагиат и плагиат. Ну и что? Нельзя сплагиатить разочек. Ё-моё, на ютубе все друг у друга идеи плагиатят. Ютуб ничего не делает. А, тут, пацаны, в плеймаркете сплагиатили карту. Все, сразу каранты закрыли пацанов. И Стэнов 2 уже все. Ну, не, нема у них у этой карты. Кстати, еще одно очень интересное явление, ребят, то, что это была первая карта, и тут только был один режим под названием командный бой. И самое интересное, то, что все, что мы могли делать раньше, снова просто стреляться, и больше ничего. Но, тем не менее, именно с того момента начиналась та самая история. Так, ребят, ну что ж, давайте сейчас посмотрим еще какое-то оружие. Ну, например, давайте посмотрим P90. Кстати, P90 не поменяли. Вот как было оно 4 года назад с такой отдачей, так и сейчас оно и есть. Ну, тоже прикольненько. Так, ребят, меняем команду затиров, и давайте посмотрим еще что такое прикольненькое. Что у нас есть еще по винтовочкам? А давайте-ка, знаете, чем мы с вами бахнем? М16. Ой-ой-ой, пацаны, кстати, на М16 тоже отдачи не поменяли, посмотрите. Слушайте, такое ощущение, что разработчики ничего не поменяли. Эй, алло, разработчики, вы там вообще хоть что-то делаете или нет? Обновы-то выпускать-то будем или нет? Нормально. Ну а прямо сейчас мы, ребята, выйдем с этой карты, потому что она уже всем вам, наверное, надоела. И я вам покажу, какая же была загрузка. Да, ребята, это была ранняя загрузка Стэнов 2. Это тот самый КРТХ, с которым я играю до сих пор, потому что, по моему личному мнению, это самый удачный, самый красивый, самый сногсшибательный и самый опупительный АКР. Да, ребят, просто посмотрите на эту малышку, ну ё-моё, и только скажите, что вы ее не хотите. Так, ребят, ну это главное меню, тут мы все знаем, тут мы все видели. Давайте-ка вам покажем, какое же раньше было лобби. Нет голосового чата, нет друзей, вообще ничего нет, куча разных багов. Ребят, сейчас я покажу три вида лобби. Кстати, их не поменяли. Открытый лобби, что может любой зайти, да? Закрытый лобби, что только вы и только друзья. В принципе, ребят, в этом плане ничего не поменялось. То есть я могу сказать даже так, лобби поменяли, усовершенствовали, но сама концепция старого лобби, она сохранилась. Это очень круто. Так, ребят, ну что ж, давайте прямо сейчас попробуем выбрать еще какой-то режим. У нас есть три режима, то есть, как мы видим, командный бой, закладочка и гонка вооружений. Кстати, блин, все эти три режима есть до сих пор. Так, ребят, что же мы сейчас с вами поиграем? Давайте-ка мы с вами бахнем, ребят, на карте провинции в закладочку бомбы. Посмотрите, раньше еще была карта зона 9. И это не та зона 9, которую вы все видели. Это та самая старая зона 9, которую помнят только олдфаги. Потому что новая зона 9, она усовершенствована, она переделанная. А я, ребята, помню самую первую версию зоны. Вот это была полный трэш. Ну, кстати, и карта провинции тоже, ребят, это же самая первая версия карты провинции. То есть вы сейчас на нее посмотрите и скажете, кем-то пока ёханый бабай. А что это? Я вам скажу только одно, ребята. Это самая первая версия карты провинции. Так, ну что, как обычно, выбираем, ребятки, команду теров. Покупаем себе пистолетик. И вы просто посмотрите на эту анимацию огня. Посмотрите, просто огонь нахрен на весь экран. Вот так, пух-пух-пух, такие вспышечки. Так, ладно, ребята, это очень почмак, да, такая небольшая пасхалочка. Я смотрю так, что разработчики всегда любили очень почмаки. Что сейчас добавили тот самый легендарный брелок из MS коллекции очень почмак, что и раньше. Так, ну что, давайте-ка прямо сейчас, ребят, пойдем в сторону планета А. Да, это был Plant А. Вот я сейчас смотрю, и я понимаю, насколько же он был неравноценный, насколько же он был несбалансированный, насколько же он был раньше нечестный. То есть, если ты играешь за команду теров, у тебя просто полная попа, потому что у тебя нет вариантов, как обойти эту карту. Чисто один проход, и все. Посмотрите, ребят, поэтому разработчики. Вот я могу вам сказать только одно, вы реально красавцы, потому что вы сбалансировали карты. О, ребят, пасхалочка, граффити от разработчиков, ё-моё. Даже раньше разработчики на самых первых версиях делали пасхалки, не то, что сейчас запленили вообще. А где пасхалки-то? Пасхалки-то нема. Так, это конь. Это конь. Просто минута молчания в честь коня, ребят. Все, минута прошла. Погнали, смотри дальше. Блин, ребят, вот это конячка. Ё-моё, карта промо. Как же это все красиво. Так, ребят, ну что, сейчас мы пройдем на плент КТ. Сейчас, короче, посмотрим, что там и как по обстановочке. Так, ребят, фургончик. Фургончики пусто, двери открыты. А если помните, сейчас то двери там немножко призакрыты, да? Ну, то есть все самое дефолтное, самое обычное. Это тоннельчик. Тоннель, кстати, не поменяли. Вроде как был такой, остался. А, не, поменяли, он стал повыше немножко. Да, тоннель тоже поменяли. Я скажу так, по мелочи, в принципе, поменяли всю карту. Но сама концепция осталась та же самая. Блин, убрали эти стикеры. Ну, ребят, ну это часть истории. Ну зачем вы их убрали? Какие красивые, крутые стикеры. Ай-яй-яй, как же обидно, ребят. Да, как же это все-таки круто. Ё-моё. Вот это балдеж, да? Ну, и я могу сказать только одно, что раньше, представьте, на этой карте играли 5 на 5.
Вот у меня такое ощущение, что на этой карте 5 на 5, ну, нереально вместится, да? Ну, а раньше играли 5 на 5, да, ребят, зато раунды были гораздо быстрее и было гораздо проще. Посмотрите, какие оставались следы раньше от анимации удара ножом. Посмотрите, вот такие вот прям царапины оставались. Это очень круто. Какой-то мопед мы видим возле лестницы. Ну, а прямо сейчас мы, ребята, перейдем за сторону КТ. Сторона КТ появлялась прямо возле коняки. Я не понимаю, что они тут делали, но, тем не менее, то есть, грубо говоря, сторона КТ и сторона Т появлялись друг от друга в 10 секундах ходьбы. Ну, 10 секунд, но это разве нормально? Я не знаю, чем думали разработчики тогда. Но хотя, раньше тоже была какая-то своя атмосфера. То есть не могу сказать, что раньше была прям вообще какая-то полная. Но, ребят, было раньше тоже прикольно, была какая-то своя атмосфера. Все-таки это 2017 год, и тоже было реально круто. Но я рад, то, что идут года, и я вижу то, что Stand of 2 реально прогрессирует. Конечно, очень медленно, как черепаха, но, тем не менее, тоже идет прогресс. Так, ребята, мы только что не пропустили чуть самое-самое главное. Давайте смотреть. Та самая Assistance Collection, понимали? У меня до сих пор есть бронзовая медалька. Я помню, купил ее за 1 доллар. Помню, она стоила 60 рублей. Это самая дешевая медалечка. Ребят, дальше посмотрите. Ё-моё! Вот это та самая крутая медалька. Красивая, крутая анимация. Посмотрите на тот самый легендарный нож. Если раньше, ребят, у вас был вот такой вот ножичек, да, это сейчас это М9 Bayonet Blood. Если у вас раньше был такой нож, то вы были самым крутым парнем в школе. Просто все девочки класса были ваши. Да и вообще все девочки города, все девочки вселенной были ваши, если у вас был такой ножичек. А если у вас еще был АВМ Спорт, ой-ой-ой-ой, ребята, просто все ваши одноклассники умоляли вас, чтобы вы дали им сделать скриншот. Так, ребят, прямо сейчас можем посмотреть на настройки. Тут в настройках все максимально просто. В принципе, счетчик ВПС, переключать оружие, мы в соцсетях, аккаунт и голд. В принципе, кстати, ничего не поменяли. Вот реально, вот все как было, плюс-минус так и осталось. Так, ребят, ну что же, прямо сейчас мы еще попробуем немножко поиграть на карте Зона 9. Да-да-да, та самая легендарная карта Зона 9. Ну а прямо сейчас мы, ребята, посмотрим, какая же была карта Зона 9 4 года назад. Наверное, еще половина моих подписчиков не родилась тогда. Давайте, ребят, смотреть. То есть я скажу так, на первый взгляд ничего не поменяли. Но это до того момента, пока мы не дойдем до мида. И вы сейчас просто будете в шоке, особенно от плента А, потому что плент А — это просто что-то с чем-то. Посмотрите, насколько же он маленький. Мне сейчас станет плохо, да? Ну, кстати, посмотрите, куча разных коробочек, куча разных нычек. Раньше можно было очень легко везде прятаться. Да, ребят, это плент А. Да, и все, то есть... Посмотри, насколько он маленький, ё-моё, он сейчас стал раза в 2-3 больше. Это, ребят, проход на Plant B, тоже все увеличили, все стало гораздо больше. Это непонятная комнатка, я не знаю, зачем сделали эту комнатку, но раньше тоже была такая комнатка, типа отсылка к компании Axel Bolt. Так, ребят, ну что, сейчас мы выходим на мид и идем в сторону раздевалок, посмотрите, да? То есть раньше, грубо говоря, на Plant B было всего лишь 2 прохода, нельзя было пройти поверху. Можно было обойти или через мид, или можно было обойти через мид, по-другому никак. Да, ребят, посмотрите, да, все-таки как все изменили, мне аж плохо становится. Вот я просто смотрю, это стендов 3 года назад. Но, честно говоря, очень обидно, что все эти карты удалили, потому что, я думаю, вы бы тоже, точно так же, как и я, хотели бы немножко поностальгировать и немножко на них поиграть. Рада, что хотя бы эти хаммеры оставили, как они были раньше, так и они есть сейчас. Но вот эти вот фургончики, ну куда вы дели эти фургоны? Ну, ё-моё, ну я так хотел, блин, чтобы они были на картах. Но есть какая-то атмосфера, знаете, у старых фургончиков, у хаммера, у всяких там знаков. О, вот эти бочки, контейнеры так до сих пор и оставили. Бочки тоже до сих пор и оставили. Мид поменяли тоже конкретно. То есть разработчики на одном месте не стоят. Правда, обидно то, что чтобы эта карта изменилась, прошло, блин, по сути, целых 4 года. 4 года, ребята, за 4 года можно было миллиард карт добавить. Ну а сейчас только всего лишь 4 или 5 карт. Ну, к сожалению, это очень мало, но тем не менее, большое спасибо разработчикам из это. Да, также надпись Зона 9 сверху, вы все ее увидели. Сейчас ее тоже нету. Да, ребята, это тот самый старый стендов. Ну что же, ребята, в принципе, там все. Обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.